В Мурманске следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка. Трагедия произошла субботним утром во дворе дома на улице Связи. 13-летняя девочка упала с крыши 9-этажного дома. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 110 Уголовного кодекса «Доведение до самоубийства». В ходе предварительного следствия в настоящее время установлено, что 19 ноября 2016 года в утреннее время произошло падение 13-летней жительницы города Мурманска с одного из 9-этажных домов, расположенных в городе Мурманске. В настоящее время назначены все необходимые экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего, отрабатываются все возможные версии случившегося.